Влад, доброе утро. Отгоняю машину на дистанцию. Ребят, самый лучший транспорт — это велосипед. Кайф, ребят, какой кайф от меня. И быстро, в принципе. Дедушка попутал, говорит, что обзор делаешь? Ой! Ребят, так классно едет, если честно, прям своим накатом. О, руль даже не кручу даже. Так. Последний подъем. Фу, ребят, потный. Фух, на гору забрался без остановки. Мусенкент идет. Все у него хорошо, ничего не опушишь. Нельзя, все. Вот он заточил на него. И все. Привет. Нельзя. Все, он уже его запомнил как врага. Все. Надеюсь, ты не всех маленьких теперь запомнишь как врагов. Все, ну не надо. Приехал до брата, сейчас едем в Краснодар. Ты что, забыла меня? Молодец, Алёш. Молодец. Эти мои девочки. Иди, мои девочки. Левее. Иди. Так, вот. А, это все? Ну, она тут, блядь, граната развалилась, да, все. Ага, все, не все. Ну, по этому образцу, да, брат? Да. Так, есть что-нибудь? Все, отправляемся в Краснодар. Это мой брат. Не надо. А это огонь. Опять, не надо, я тебе... Бесплатно, так сказать. У меня брат такой смешной. А зачем тебе камера? Аэроблок снимать. Короче, ребят, приехали на заправку, сейчас покушать что-нибудь. Уже заказал. А то сегодня не до этого было. Сейчас реакцию брата увидите на камеру. Так, я взял себе колу. Молодой человек, а вы что хотите? Категорически. Почему? Ну зачем? Посмотри, какая сосиска у меня. Твоя сосиска? Да не моя. Ребят, короче, этот навигатор или что? Уже куча навигаторов перепробовали. Короче, мучаемся, едем. Хрен знает где, в каких-то стройках. По бездорожью. Спасибо брату, хоть, блин. Тут на нервах, блин, но едем. Уже осталось там 10 минут, а нам еще ехать. Ребят, ужасные навигаторы, это уже невозможно просто. Мы кружим, но тут просто, я не знаю, что творится. Уже все, уже время, нас там уже ждут. 2 километра осталось, не можем никак выехать. Тут ужас, что за развязки, новые дороги. Ребят, устали разворачиваться, это что за фигня полная, ну не можем, ребят, туда-сюда виляет нам. 2 километра не можем никак, виляет, мы уже нарушаем, но не можем никак, может, я уже не знаю, что делать просто. Я здесь пока вас жду, просто если вы будете ехать 5 километров в час, то я поеду. Я уже такси хочу вызвать, чтобы он нас направил, потому что вроде вот 1,5 километра. Некогда, я здесь еще буду 40 минут, все. Все, отлично, все, давайте, весь сейчас такси. Спасибо, давайте. Ребят, короче, уже такси вызвали, вот. Потому что, ну, реально не можем. Вроде рядом, а найти не можем. Капец, нас уже там ждут. Ребят, бультерьеры, питбули, что хотите там. Лабрадоры. Короче, лучше жить, ребят, в тихом месте, где 2 улицы, как в Апшеронске, чем вот так мучиться. Пипец, и вот так вот зажимают все машины.
вся надежда на такси местное. Ехали с таксистом. Только не рассказывайте мне, что я очень плохо выбрал место до своего разбора. Хорошо, то вы будете не оригинальны. Хорошо, давайте. Спасибо тебе огромное. Что, блок снимаешь? Да. А вот одно всегда проблема. Эту загадку, к сожалению, я не могу разгадать. 9 гречек приезжают сюда нормально, один ненормально. И так это АГОП, как обычно. Что у вас показывает? Спасибо, что дождался. А у вас iPhone или Android? iPhone. Ну тогда странный iPhone. Давайте доставайте. Вы блогируете? Да, давай, спасибо. Потом увидишься на канале. Точно такой размер, там все, короче, сказали, что перепроверили. Пипец. Да? Ну, да мы где только не были, в стройках каких-то. Есть Яндекс.Навигатор, а есть всякие другие программы. Все понятно. 56. Все, сейчас выбираем, ребят. Неужели, честно? Я в полушоковом состоянии, пока добрались. Вот на кипиши, блин, нас ждут тут. Все, два, да, есть варианта? Для тебя один. Да? А мне какой нужен? Это неправильно, 64. Не, давай без дефектов. Я даже отложу это, надо просто подварить и все. Оба хорошие, ну, именно с этого, с этой точки зрения. А с точки зрения внешности, отвернись, я его сейчас баллончиком покрашу. Не, внешность меня не интересует. Ну, я смотри, не у этого вот круглый, этот помятый, как я вижу. Ну, это вообще ни на что не влияет. Да? Бери круглую, где не помятая. Хотя... Эти карданы с Европы приходят, и как бы других вариантов в любом случае нет. Вот смотри, сколько лежит. Вот это японские приходят. Видишь, они в Японии живут как-то, видимо, своей жизнью. Да. Более качественно. А это, как говорится, мать Европа. Там, видимо, у них дороги чистые. А у нас и в Европе, если люди едут как бы по спасибо дороге. Спасибо тебе то, большое. То все в плане. Надеюсь, проедем. Короче, да, наугад видите, выбрали. Нет, наугад не надо. Надо пользоваться нормальными программами, тогда будет... Я не за это, я говорю, два было кардана, взяли один, потому взяли что сказали один. Бери один. Два, я что-то бери сказал. Два, я тоже так думаю. Да, я тебе 1000 уступлю. Все. Ну, вроде целый он сказал, самое главное, там пыльник. Спасибо брату моему огромное. Столько вытерпел, я вместо него не вытерпел. Ребят, как вы поняли, со мной всегда без приключений. Если бы я все снимал, вы попутали. Там такие были развязки, блин, просто... Не до съема. Все, давайте, пока. Ребят, теперь в ливень попали. Еще и град бросает иногда. Друзья, все, что не делается, все к лучшему. Сейчас позвонили с Апшеронска, сказали, сильный град был. Ну, не маленький, где-то с Орех. Поэтому хорошо, что мы задержались. Заехали кофейку попить. Алёся погавкала на нас. Ребят, к нам собачка пришла. А мы с братом, короче, всю дорогу шутим. Брат у меня просто компанейский, веселый. Хачик, любишь собак? Хачатур какой хач. У меня же имя Хачатур. Ты любишь собак Хачатур? Обожаю просто. Красавчик. На ужин или просто? Ребят, мы шутим. Спасибо. Ребят, у нас весело. Красавчики мои. Не прыгайте. Все. Сюда тебя. Вы скучали. Тихо. Вы скучали, мои сладкие. Да вы скучали. Тихо, не испачкайте. Тихо, не прыгайте. Я вот так писал. Вы скучали, мои сладуськи мои. Все гавкают. Давно меня не видите. Да вы мои прелесть. Да вы мои сладкие, мои красавчики. Все. Молодцы, все. Раз, мой хороший. Чего? Вот это кто написал, а? Видимо, отсюда писал, туда все написал. Молодец, а гопу все убирает. Где мои люди? Дети мои люди. Ты скучал по мне. Ты скучал, мои люди. Так. Муса сторожит еду, нервничает. Это рында. Короче, ребят, я убираюсь. Ребят, я на стриме пискнул один раз. Смотрите, Муса уже в окно щемится. Я ж вам говорил. Один раз пискнул. Нет.
Нельзя. Все, выйдите, блядь. В порядке навожу. Смотрите, сколько у меня перекиси. И хлорвиоксидина. Короче, Симба как король лежит. А мы тут убираемся. Порядки наводим. Все мою, все чищу. Все прям. Генеральная уборка ночью. Занавески стираем, пропылесосился. Стираемся. Сейчас еще эту комнату. Уже почти 2 ночи. Чего вы такие бодрые? А? Мусор я тут на эмоциях. Доброе утро, короче. Я убираюсь во дворе дальше. Так, ну что, с Чернышкой мы прощаемся. Она уже не гуляет, поэтому можно смело отпускать. Пойдем, Чернышка. Чернышка. Ура, свобода. А я спать, мало. Наконец-то, да? Они прям пашут друг на друга. Все, теперь не будет здесь скопления кабелей. Переждали все это. Ну, кстати, записался. Завтра стерилизация ожидает нас. У нас спайки надо рычить на колобка. Вот все из-за этой... течки, блин, из-за этой идеи нехорошей. Не подумал я насчет этого. Пойдем, посмотрим. Он с волками давно не гулял сейчас. Посмотрим реакцию. Самое главное, реакцию Аяврика. Нет, нельзя. Нельзя, Аяврик. Нельзя, вы что? Короче, кастрируем колобка, и пусть живет с ними, кайфует. А то, видите, он уже такой более серьезный. А питбули, как вы знаете, на такой рык могут и накинуться, и
им по барабану. Ну, в смысле, они не шутят, как волк. Не прыгай, не прыгай. На. Так что так, что так. Ладно, дальше убираемся. Видите, уже напрягаются. Уже и страхово их оставлять в одном вольере, блин. Ну, хотя кастрируем, я думаю. Колбок, нет! Капец, он реально такой становится, кобель. Нет, не прыгает, ну, что за... Задолбали, блин, грязь там намутили, блин. Щебенку разворотили, блин, до грязи добрались. Вон, весь вольер грязный, сейчас тюрхером надо. Надоели, а? Короче, я говорю, прессует его иногда, реально. Не-не, Колбок, мы тебя кастрируем без вариантов, это уже решено. Я просто не думал, что так все резко начнется. И... Нельзя, Колобок, хватит метить, ну хватит. Везде, всю веранду, блин, обоссали уже. Смотрите, что сделала Луна. Подкоп какой, а? Сантиметров 25 подкопала. Охренеть. Хорошо там доска лежит, да? Кстати, вот все игрушки. Пошел сам вольер. Грустит один домой. Ну ничего, будете с Луной играться. Завтра на кастрацию колобочка везет. Пошла чернышка куря гонять. Нельзя, чернышка! Получишь! Война идет, война. Чернышка нападает. Молодцы. Молодцы. Ребят, вот мусор здесь прибрал, эту клетку тоже уберу. Капец. Чернышка нельзя. Так вот, хуторчанин говорит, вот эта белая рыжая собачка, ну, которая мусор с ней цепился, говорит, ловит, убивает. Артур в шоке. Не, ну вот. Разберусь. Мусор уже разобрался, меня чуть не порвали. Ребят, приехал за машиной, короче. Но это еще не конец, еще я делаю. Короче, ребят, опять пристает. Завтра кастрация тебя ждет, к сожалению. Или к счастью.